Дорогие абитуриенты, мы рады приветствовать вас на химическом факультете нашего университета. В этом году наш факультет отмечает свой первый юбилей – 5 лет. Сделано несколько выпусков по специальностям химическая технология, защита окружающей среды, которая сейчас по новому стандарту называется энергоресурсосберегающие процессы химтехнологии и нефтехимии, и экологии и природопользования. Основные места работы наших выпускников – это ОАО «Газпром Трансгаз», ОАО «Мечел», ОАО «ЧТПЗ», Челябинский цинковый завод, Росприроднадзор, Министерство экологической и радиационной безопасности, проектные экологические предприятия города. Ну и несколько выпускников продолжили свое обучение в зарубежных вузах, в аспирантурах США и Франции. Благодаря поддержке руководства нашего вуза на нашем факультете собраны ведущие специалисты в области химии и экологии со всего города Челябинска. В настоящее время в состав факультета входит 5 кафедр. Неорганической химии, аналитической химии, органической химии, химической технологии и экологии природопользования. Факультет с самого начала своего существования работает по двухуровневой системе подготовки. Это бакалавр, магистр. Эта система обеспечивает мобильность наших студентов. То есть возможность нашим студентам свободно, без предварительных согласований, один или два семестра обучаться в зарубежных вузах, выезжать туда на практику, выезжать на стажировку. И далее трудоустраиваются в компании, работающие с зарубежными партнерами. На нашем факультете проводится набор на бюджетной и контрактной основе по 4 направлениям. Это химия, химическая технология, экология природопользования и энергоресурсосберегающие процессы химтехнологии и нефтехимии. На все направления, кроме экологии, вступительные экзамены, химия, математика и русский язык. На специальность экология вместо химии вступительный экзамен география. Бюджетных мест на всех направлениях 15 в бакалавриате и в магистратуре 5. На факультете, кроме того, действует еще аспирантура и докторантура. Сразу при создании факультет укомплектовывался современным учебным и научным оборудованием. И в настоящий момент, благодаря участию нашего университета в Национальном исследовательском университете, у нас создан общий факультетский центр, в котором в основном работают студенты нашего и металлургического факультета, который является точно лучшим в Уральском федеральном округе, ну и одним из лучших во всей России. Это центр нанотехнологии. Наши студенты старших курсов, магистранты, а также аспиранты успешно проводят в нем научные исследования, которые позволяют им публиковать свои результаты в зарубежных журналах и в высокорейтинговых наших российских журналах. Спрос со стороны работодателей на естественно-научные специальности растет с каждым днем. В этом легко убедиться, посмотрев статистику службы занятости. Будем рады видеть вас в числе студентов нашего факультета.